вы что-то потеряли? Уже ничего. Ничего. Шпилька. Русское чудо. О, тоже. Мерси. Вы представляете, Петя не хочет брать номер. Он хочет в машине ночевать, а машина вот. Как же, Петя, а? Почему вы не хотите брать номер? Что? Это номер моей мамы. Да? И вот этот? Ну да. Боже мой! Нет, почему? Ее там нет. Где же она? Я бы тоже хотела это знать. О, она, наверное, гуляет с этим смешным водителем. Гуляет при луне, при звездах. Извините, мадам, мне надо идти. Ну, идите. Слушайте, может быть, вы выпьете кофе? Простите. Вот у меня есть машину такая... Машину не закрыли? Кипятильник! Кипятильник, да. Л'амур, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.